Добрый день! Вы на канале Марина Кассандра. Сегодня я вам покажу две быстрые прически. На верхней части головы я уже разделила волосы на три косички и начинаю заплетать косичку наоборот. Чтобы не пропустить новое видео, подписывайтесь на мой YouTube канал. А также, если вам хочется побольше узнать о плетении, либо пройти мастер-классы или онлайн-курсы, то переходите по ссылке в Telegram канал. Плету вторую косичку, она будет также косичка наоборот с двумя прихватами. Когда прихваты заканчиваются, я ее просто доплетаю до конца и завязываю в резиночку. Аналогичным способом доплетаю третью косичку, доплетаю ее до конца и завязываю в резиночку. Зачесываю хвост и в него добавляю все три косички. Вот такой интересный быстрый вариант плетения получился. Сейчас сделаем второй вариант плетения. Во втором варианте будут те же самые проборы. Начало будет точно такое же. Доплетаю косичку. Когда заканчиваются прихваты, я косичку разворачиваю.
То есть у меня пойдет такая коротенькая змейка на разделенных волосах, да, на разделенных проборах. Я развернула косичку. На развороте я прихвата не беру. Когда уже иду вдоль проборов, да, вдоль разделенных волос, уже беру прихваты также с двух сторон. Доплетаю косичку, разворачиваю ее, на развороте прихваты не беру, и далее беру прихваты также уже на третью косичку. Когда прихваты закончились, доплетаю косу и завязываю также хвост, как и в первом варианте. Второй вариант исполнения. Заплела это все змейкой. Смотрите, как оригинально и интересно смотрится. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!